Всем большой привет! Спасибо, что вы зашли на мой канал и смотрите это замечательное видео. Сегодня у нас распаковочка трех небольших посылок с Китая. И начнем мы вот с этих вот балеточек. Я прям по ощупи уже чувствую, что там обувь. И она, к сожалению, очень что-то невкусно пованивает мне. Посмотрим, как же поставщик упаковал мне эти замечательные балетки с собачкой. Упаковал не очень, честно признаюсь. И пахнут они вообще ужасно. 40-й. Написано 40-й размер. Вот такие вот балеточки. Я задыхаюсь, да, немножечко так. В принципе, мягкие. Не знаю, подойдут ли девчонки или нет. Мы смотрели по размерной таблице и заказывали на широкую стопу. Они вообще мягкие во всех местах. И они даже на широкую стопу. Я думаю, что подойдут, легко растянутся. Надеюсь, что не будут велики. Потому что-то большие какие-то. Да, одинаковые так-то, одинаковые по размеру. Конечно, интересный дизайн. Вроде бы ничего такое качество, но вот этот вот запах клей кожи, или не знаю, что такого от них, чем так пахнет, в общем-то, вонючечки. Наверное, клеем тут даже клей немножечко выступает. Классные, конечно, но, блин, надо их куда-нибудь спрятать мне подальше, чтобы они так не пахли сильно. Знаю. Ужас просто, что за запах, что такое китайцы делают, невозможно их нюхать, ходить, конечно, в них по улице и выветривать их. Сейчас их подальше куда-нибудь кину. Да, я думала, что такое пахнет у меня в пакете. И почему, думаю, мне сегодня с почты позвонили и попросили забрать мои посылки. Наверное, именно поэтому. Так, здесь пришла красивая блузка. Таким вот интересным рисуночком на воротнике. И где-то еще он должен быть, не только на воротнике, но еще, да, на рукавах. Вот такая вот рисуночка. Вот такая вот блузочка белая и рисунок, да, вот на воротнике. И на рукавах тоже нарисованы такие классные цветочки. Даже ничего, знаете, классные. Маленькие совсем, тоненькие сделаны манжетики на рукавах. Клевенькая блузочка, вообще супер, по-моему. Нравится. Хорошо сделано. В отличие от других блузок, которые приходят, это мне блузка нравится. Обычно, ну, вы, наверное, знаете, что обычно я сразу нахожу какие-нибудь такие недостатки в блузках. Ну, вот и у этой тоже нашла. Причем серьезный такой недостаток. У нее разный воротник. У нее вообще воротник не одинаковый. Это так и должно, что ли, быть? Вот вы сами, наверное, видите, что эта часть у нее длиннее, чем вот эта. Причем даже когда он подогнут, то это тоже сильно заметно получается, что вот здесь короче, а здесь длиннее. Что такое? Чего ж китайцы не могут сделать нормальные выкройки и нормально все это пришить? Конечно, можно тут, наверное, попытаться как-то отгладить, чтобы... Но все равно будет заметно, что вот с одной стороны, вот с этой с правой стороны, что с правой стороны воротничок длиннее, чем с левой. Ну вот, как так. А так вообще материал такой приличный. Шифон или как это называется, такой прозрачный материальчик, легонький очень. Может быть, даже мне будет не очень жарко летом, а может быть и нет. Так, это что, это была уже вторая посылка. Сейчас третья посылочка, которую мы открываем. Так, да, чувствую я надолго. А нет, ничего. Ничего, нашли место, с которого можно хорошо открыть. А, это, по-моему, опять эти красные платьишки. Я уже показывала вам такие платья. Но надеюсь, что вы или их не видели, или вам будет интересно посмотреть на них еще. Это детские платьишки, красные, типа маечки, простое платье майка, и сверху такие сделаны листики-цветочки. Девчонки, что-то я в этой блузке пока себя некомфортно чувствую. Вчера только ее купила, и сегодня решила уже все, пора одевать. Летняя майка. Вот такая вот платьишко такое простое, да, маечка. И здесь вот такие цветочки, лепесточки из плотного красного трикотажа. Они не пахнут. Ну так,
не знаю, чем таким, но не то чтобы, знаете, нету неприятного какого-то там супер запаха китайского. Что-то как-то тут тоже все криво пришито. Что такое-то у них там совсем с глазомером в Китае плохо? В общем, на разном расстоянии пришиты цветочки, что здесь полностью закрывают до начала выреза, а здесь вообще не в зуб ногой, что называется. Вон такие вот платьишки. Так-то нормальные, они вообще очень дешевые получаются, меньше 200 рублей за штуку. И я считаю, что в принципе за такие деньги это очень даже хорошо. Подробные фотографии можете посмотреть ВКонтакте, в блоге, также читайте мои отзывы на сайте I Recommended. Ссылочки все будут внизу в инфоблоке. Также там ссылки на все вещи на сайте, на сайт AliExpress. Можете зайти посмотреть, сколько все стоит, и что-то присмотреть и заказать для себя. На этом это видео заканчиваю. Всем всего хорошего, пока-пока, до новых встреч, до новых видео, они скоро будут.